Английский язык, enjoy English, рабочая тетрадь, шестой класс. У нас проверочная test yourself третья, и это со второго юнита задание. И упражнение третье. Нужно написать вопросы к этим, задать вопросы к этим предложениям. За нас будут писать первоначальные вопросительные слова. Например, зоопарк открывается в 9 часов утра, и мы бы написали, когда зоопарк открывается. When does the zoo open? Наше первое предложение. In the special kids zoo, the children can play with farmyard animals. В особенных или в специальных зоопарках для детей дети могут поиграть с фермерскими или с домашними фермерскими животными. А у нас вопрос начинается с where, то есть где. Понятное дело, что где вот это все нам писать не придется, что это в зоопарках. Мы будем отвечать как раз этим словом, словосочетанием, но все остальное нам нужно поставить вопрос. После where обязательно идет глагол. Мы видим, что у нас первоначальный глагол был can, вот он у нас, так называемый, сильный, он прыгнет в начало. Where can the children, то есть где могут дети, а потом уже пойдет дальше без изменений. Play with farmyard animals. То есть, где дети могут поиграть с фермерскими животными. Следующее предложение. Next month the visitors will see a unique dolphin show in the zoo. В следующем месяце посетители смогут увидеть уникальное шоу дельфинов в зоопарке. А у нас вопрос начинается с what, то есть что. Получается, что они могут увидеть, вот это нам писать не придется. Шоу дельфинов, но все остальное пишем. What. У нас будущее время с will идет, поэтому will у нас будет прыгать. What will the visitors, потом вот это подлежащее. Снова вернемся к see. What will the visitors see? И дальше где? In the zoo next month. Что посетители будут видеть в зоопарке в следующем месяце? Следующее предложение. There are more than 3,000 animals in the zoo. Переводим с конца такие предложения, так удобнее, красивее перевод звучит. В зоопарке более чем 3000 животных. А у нас вопрос начинается how many, сколько? Получается, вопрос нужно задать, сколько животных в зоопарке? How many animals? There are, меняем их местами, то есть сначала глагол, потом there. They are in the zoo. И последний. Mark has taken some photos of rare animals because he's going to do a project about them. Марк сфотографировал или сделал несколько фотографий редких животных, потому что он is going to, то есть собирается делать проект про них. А у нас вопрос why, почему? Получается, вот этот все because нам писать дальше не нужно. Мы задаем к нему как раз вопрос. Why has taken it a perfect? Has первый глагол, он сильный, он сюда прыгнет в начало. Why has Mark taken some photos of rare animals? И в переводе звучит, почему Марк сфотографировал или сделал несколько снимков редких животных.